Доброго времени суток. Вы находитесь на канале Genesis, и я рад вас приветствовать, уважаемые подписчики и гости этого канала. Я знаю, что вы с нетерпением ждете нового видео на этом канале, поэтому подпишитесь, чтобы не пропускать новые ролики. Сегодня я хочу поделиться с вами одной крутой новостью. Все мы знаем такого модификатора с сайта AEMODES, как Xerxes Break. Из-под его пера вышли такие произведения, как Spooky House, Lock and Load, Resident Evil 4 и Star Wars Dark Forces. Но наиболее известен он стал благодаря своему переносу на джабу легендарной игры Half-Life, которую вы сейчас видите на экране, а именно ее первую часть. Xerxes Break реально постарался. Он прекрасно передал атмосферу базы Черная Меза и мира Зен. А что, если я скажу вам, что Xerxes собирался перенести и вторую часть этой игры? Вы не поверите, но у меня есть уникальные скрины. На скриншотах мы видим тот самый легендарный городок под названием City 17. Автор собирался делать этот порт на движке Left 2 Dead, который круче и функциональнее всяких квантумов. Скрины обещали очень хорошую и добротно выполненную качественную игру, но, к сожалению, проект так и не увидел свет. Но все же, стоит отметить неимоверную крутость порта первой части, которую, как многие считают, требует переноса на квантум. Это пытался сделать один любитель джабы под именем Павел Квачуч, но он не умеет в игры. Поэтому пусть лучше грызет гранит белорусской науки, чем он усиленно и занимается. Пожелаем ему удачи. Вот такая крутая новость, друзья. Я надеюсь, вам нравятся такие новостные ролики, и, если это так, то не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на этом канале. С вами был Genesis. До скорых встреч. Пока.